Между Эстонией и Россией увеличилось число пассажирских перевозок. По словам представителей эстонских автобусных компаний, дела идут настолько хорошо, что прибыль измеряется миллионами евро. Об этом сообщает эстонский портал общественного вещания. Сейчас из Таллина в Пярну, в Санкт-Петербург ежедневно отправляется как минимум 12 автобусных рейсов. Кроме того, из столицы Эстонии пассажиры могут уехать в российский город Псков. Автобусные маршруты между Эстонией и Россией особенно популярными стали после того, как Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Сейчас спрос большой, потому что Эстония и Нарва осталась единственным наземным хабом, связывающим Россию и Европу, Евросоюз. Поэтому да, поэтому спрос достаточно большой. В основном это транзитные пассажиры, это жители Евросоюза, Европы, США, Канада. Ну, обширная очень география наших пассажиров. Большую долю нашего пассажиропотока занимают жители Финляндии, которые после закрытия финской границы в большом количестве начали ездить через Эстонию в Россию. В конце ноября прошлого года, ссылаясь на угрозу национальной безопасности, Финляндия закрыла все 8 КПП на границе с Россией. В Хельсинки обвиняют Кремль в содействии незаконной миграции граждан Ближнего Востока через российско-финскую границу. В Москве с этими обвинениями не согласны. Сейчас те жители Финляндии, которым, например, по семейным обстоятельствам необходимо попасть в Россию, сначала едут паромом в Эстонию, а затем уже автобусом дальше и пересекают эстонско-российскую границу.